сегодня с утра вновь готовимся в бой, собираем рюкзак и снаряды, чистим свой автомат, пишем письма домой, и ответом на них будем рады. Чистим свой автомат, пишем письма домой, и ответом на них будем рады. Мы сегодня с утра пишем письма домой, пусть они долетают, как птицы, пусть приносят родным тишину и покой, ведь для писем домой нет границы. Пусть приносят родным тишину и покой, ведь для писем домой нет границы. Мы сейчас вдалеке от родной стороны и несем очень трудную службу. Не заменит письмо звук гитарной струны, письма нам получать очень нужно. Не заменит письмо звук гитарной струны, письма нам получать очень нужно. Здесь письмо, как роса, о которой забыл, охлаждает прохладой домашней. Это может понять только тот, кто здесь был, кто с тоской ожидал письма ваши. Это может понять только тот, кто здесь был, кто с тоской ожидал письма ваши. Так спешите писать, пока мы не ушли в бой на день или на два, или дольше. Многих наших парней письма уж не нашли, не нужны ваши письма им больше. Многих наших парней письма уж не нашли, не нужны ваши письма им больше. Мы сегодня с утра вновь готовимся в бой, собираем рюкзак и снаряды. Коль живые придем, как домой попадем, прочитав ваши письма все сразу. Коль живые придем, как домой попадем, прочитав ваши письма все сразу.